Предлагаю подвести итоги нашего фотомарафона. Там у нас сегодня что? День смеха от живота, когда вы смеетесь от души, когда вот просто все прет наружу и вам хочется. Надежда, покажи, пожалуйста, как это выглядит. Всему миру. О, прекрасно. Жалко, что убрали специально крупный план, специально убрали, чтобы не посмотрела страна. Ну что, посмотрим фотографии еще раз. Ой, ребята, чувствую, там сейчас будет. Так, кот смеется. Так. В травушке находится, он смеется. Хорошо. Вот, тут непонятно, человека скрутило, или, ну, в общем, страшно. Ну, страшно, да. но весело. Вот, пожалуйста, тоже забавно очень получается у ребят. Тоже вот и живот есть, и смех есть, и даже неваляшку нашли такую. Это из нашего детства, что ты такое лицо делаешь. А это парень с колбаской в руке. Мне интересно, а ребенку испачкали рот майонезом по собственному желанию? Конечно, или папа нет. Подошел и говорит, слушай, а давай мы сейчас тебя по телевизору покажем? Ну, только надо будет немножечко испачкаться. Очень хорошо, там свадьба, там, знаешь. А вот, смотри, молодой человек, вот, те самые носки с буквами D и G, пожалуйста. И вот мне кажется, девочке не очень нравилось там то Смотрите, место. Смотрите, эта фотография победителя. Вот это? Да, прислала ее нам Ирина Денисюк. Ирина, мы вас поздравляем, что ты хочешь? Смотри, смех есть, живот есть, от живота смех живот. Есть, все хорошо. Это детско-юношеская присяка. Животик. Ну ладно, давайте называть животик.